смотри. Ну что ж, Владимир Полянский открыл вторую серию заездов. Все немножко поменялось. Не кардинально, но тем не менее поменялось. Итак, Владимир Полянский приближается. Далеко все не так. Я напомню, что ребята сейчас борются за право попадания. Ох, как здорово! За право попадания в финальную четверку. Ну, Сосновский, чувствуется, тренировался. Дети тоже, пожалуйста, уйдите отсюда. Не нужно здесь близко стоять. Ребенка грудь. Человек идет ходом прямо на вас. Пожалуйста, оп, туда. И вот Алексей Королев. Пока все один дай. Я тоже хотел сказать безукоризненно. И тут же делает ошибку Алексей Королев. Называется состав, в который входит Алексей Шиндяков и Андрей Роденко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, обидно. 5 секунд уже есть, один пилот выскочил за рамки проекции, хоть он и устоял. 5 секунд есть. Может, будут еще и не последние. Красиво едет Андрей Ефремов. Мой дворик. Здорово! Связка последняя перед... Такой быстрый старт.
у Евгения. Ну что ж, как он тут распишется? Раз. Два. Без проблем. Готовится следующий участник, пожалуйста, заранее. Делает тоже без проблем, абсолютно двигается Евгений, действительно езда чемпионская. Ну и тот же дворик. Заминка небольшая в дворике. Сергей Гайко подготовился сегодня намного лучше, чем он ехал в чемпионате. Там его преследовали неудачи, то тросик газа соскочил за него, то еще что-то. В данном случае я вижу, что Сергей... Вот сразу видно техника исполнения на такой очень поворачиваемой маленькой машине. Места требуется меньше, поэтому спортсмен значительно меньше времени тратит на то, чтобы пройти решетку. Проходит разворот на 360, под сброс газа, доворачивает автомобиль во дворик. Во дворике ручник, газ, разворот практически на месте. Вот что такое техника пилотирования. Выход дальше. Газу. Мита. Под первую передачу. Хочу сказать, что в этом автомобиле практически 400 лошадиных сил. В этом маленьком монстре 400 лошадиных сил. И даже в этом уголке он сумел ее выкрутить. Разворот на 360. Сэкономив время, срезал через лежащего полицейского местного. Тот не возражал. Разворот на 360, видите, ни секунды, ни доли секунды потеря. Очень четкая траектория. Финишная стойка. Финиш. Заднеприводная техника управления, конечно, совсем другая в таких упражнениях. Как видите, вообще практически не дает места водителю автомобиля, чтобы развернуться, он его тут же крутит газом. Но в сбросе, в торможении он заправляет все равно точно так же машину для того, чтобы ее развернуть. А дальше уже техника газом другая. Помню, в этом автомобиле 350 лошадиных сил. Андрей великолепно проехал весь чемпионат, выиграл первый этап, но, к сожалению, был потом вторым. Но далее, то есть, в общем-то, к сожалению, не всегда у Андрея получалось проходить финал, к сожалению. Иногда даже когда он проходил, но
оделась, это не прошел. Андрей показал великолепно. Александр Цидрик много лет у нас участвует в соревнованиях, неоднократно был призером, ну, а также был чемпионом в прошлом году. И вот в этом году, я думаю, что вместе с братом Евгением Лукутовым снова бороться за победу. Что сейчас это все предварительные заезды, они идут за счет, но это все предварительно, потому что основная борьба будет проходить в гонках преследования между двумя, между четырьмя сильнейшими участниками по результатам этих соревнований. Парные заезды — это самое интересное, в финале ждет вас, уважаемые зрители. Это борьба за пьедестал. И вот финиш. И вот Дмитрий Баркан представляет команду «Чемпион», я напомню. Выступает на Палабринда Зубаро. И тоже роспись провел здесь красиво, без задержки. И здесь на одном дыхании 360 градусов. Ворота и сразу же дворик. Ох, как рискованно. Пошатнулась фишка. Наверное, осталось проекция все-таки. Посмотрите, пожалуйста. Зачем-то так глубоко въехал Дмитрий Баркан в дворик. Чисто. И устремляется повторно в дворик Дмитрий. Посмотрим, как удастся в этот раз его сделать. И... опять очень далеко въезжает Дмитрий, мне кажется. Рискует. Но тем временем он несется к финишу. Акция сейчас едет, как мы видим, на стандартном мигании, на трех колесах. Бесстрашный человек на такой высокой машине выступать. Да. Толя, нам это не надо, да, все правильно. Молодец. Выписал большую дугу на 360 и поехал дальше. Молодец, а? Какой молодец! Я-яй-яй-яй, сглазил. Фишечку поставьте там на место, ребята. 5 секунд есть. А практически уложился был. Две фишечки сбита. Так, 10 секунд штрафа у Анатолия уже есть. Что-то так и тянет к зрителям. Поближе к народу хочется быть. Анатолий, это ты еще успеешь сделать после заезда? И будем столь строгими к начинающим спортсменам. Дай бог, первые шаги, пусть будет все хорошо. Но первый вывод, который должен сделать наш Анатолий, тезка нашего руководителя соревнований, это то, что на такой высокой машине, на такой поднятой подвеске хорошо ездить на дачу. Но на трек выезжать так нельзя. Об этом, мы говорим об этом регулярно. Подшучиваем овощевозка. Но вот эта вот баржа как будет заходить, мне это интересно, хотелось бы увидеть. Вот это номер, вписался. Я думал, что он впишется не совсем по той дуге, но тем не менее, молодец, а! Давайте поаплодируем, да, здорово! Да вообще блестяще для таких автомобилей, вообще в принципе. И там в лес. Ну, ай, молодец, какая лялечка. А? Поперла. И тут его поперло. Так. Да.
молодец, а? Аплодисменты, я думаю, действительно, ну, на такой большой машине вот так вмещаться и в дворик, и здесь на гармошку так проехать очень сложно. А он сумел. Любитель называется, так. Подряд. Традиционно организатором является редакция газеты «Автодайджест», портал adp.by при содействии управления ГАИ Республики Беларусь, и, конечно же, в данном случае управление ГАИ города Могилева, и при содействии УВД Могилева, которое обеспечивает сегодня охрану по порядку великолепно, а, как всегда, на очень высоком уровне в городе Могилеве. Также благодарим Парк Сити за возможность проводить соревнования именно здесь, на этой площадке. Ну и, конечно же, благодарим генерального партнера компании «Белшин», которая поддерживает это мероприятие в этом году, а также компанию «Поникс Авто Плюс», представляющая моторные масла «Чемпион» и косметику «Арексонс», а также традиционного нашего партнера компанию «Оза Авто», представляющая моторные масла премиум класса «Маманоу», ну и, конечно же, торговый дом «Форсаж», крупнейший поставщик инструмента в Республике Беларусь. Вот 5 секунд заработал. 5 секунд заработал. Еленский. Вот так вот делает резкий спорт уже на старте. Главное, чтобы не до бордюрчиков. Я тебя прошу, Петр, только аккуратно, да. Тихонечко, помаленечку, не спеши. Мы-то нас ждем. Главное первый раз финишировать. Как многие ралисты понимают, что побеждает не тот, кто быстро едет в первых два спецучастка, побеждает тот, кто доезжает до финиша. Ну зачем такой большой радиус? Ну, Петр. Учитесь на лучших примерах. Ну а как с двориком сейчас будет? Не, на такой скорости не развернемся, Петр, точно. Сноса задней оси мы не получим, даже при отличном ручнике. Чуть-чуть не попал. Я напомню, это зачетная группа любителей. Тут бы только еще и ручничком подработать. Ехать надо ручничком подрабатывать, иначе никак не получится. Уходим влево. Нет, уже поздно газовать. Да, лучше медленнее, не надо идти на большой радиус. Лежит резина, но быстрее от этого ты не едешь. И вот дворик. Ну что ж, разворот в ограниченном пространстве. Нет, такие вещи делаются сходу. Со сносом задней оси при помощи ручника, конечно, в данном случае не проходит номер, потому что на входе скорости уже не было. И тяжело сорвать заднюю ось даже при отличном ручнике. Приехал тоже с ребятами, которые его поддерживают. Отдельная благодарность за то, что пропустили без очереди сейчас в магазине за бутылочкой колы. Увидев, что да, нам нужно еще работать, подозвали, сказали: Алексей, без очереди. Так, да, спасибо им большое. Ну что ж, хорошо, да? Аплодисменты! Вот так вот! Молодец! 360 полностью управляем в заносе, безостановочно, а дворик вот, к сожалению, не прошел, испугался. Испугался, понятно. Можно было, только если бы большая скорость хода была. В данном случае слишком маленькая была, чтобы сорвать заднюю ось. Было поздновато уже. Хода не было. В целом,
Алексей, неплохо, неплохо чувствуется, подготовка была. Это аплодисменты зрителю, конечно. 360. Вот тут ты, да, царь и бог. А вот там, ну никак. Леша, никак не осилим. Ну и наконец, финиш, четко. Ну что ж, Мария Зарубина стартовала, и как всегда аплодисменты ее поддерживают зрители. Аплодисменты, потому что девушка бороться с мужиками-то. Вы видели, как она ехала и едет очень здорово. Объезжает многих из ребят на этом маленьком скромном автомобиле с объемом всего лишь, по-моему, 1,4 литра. Но главное, правильно едет. Какая молодец, не ломала траекторию там, ай-яй-яй-яй-яй, 5 секунд есть, один пилон сбит уже. Ушла на второй круг Мария, кстати, приготовится Дмитрий Перлев вместе со своей тележкой. Это не тележка, автомобиль марки Ford. А, я забыл, что это автомобиль на тележке, да. Покориться, ай-яй-яй, засада опять, да? Что ж это такая за проблема с двориком-то у некоторых?